Так, урок по созданию травинки. Выделяем кнопочкой А все, удаляем. Нам понадобится с вами mesh цилиндр. Никуда не нажимаем, потому что у нас менюшка вот эта маленькая только при первом добавлении объекта возникает. На нее нажимаем и ставим не 32 вершины, а 3 вершины. Получается вот такой треугольничек. Дальше берем, масштабируем его по оси Z. Так, хорошо. Дальше входим кнопочкой «Табуляция». Здесь выбираем третий режим работы с гранями. Берем верхнюю грань и кнопочкой S, как доллар, масштабируем, уменьшаем, делаем травинку острой. Так, сделали. Дальше будем использовать команду разрезать петли. Вот она. Вот она. Разрезать петли. Подсказка Ctrl-R. Итак, я нажимаю Ctrl-R, подвожу сбоку, появляется такой желтый разрез и начинаю крутить колесиком мышки. Делаю несколько разрезов. Левой кнопкой мышки дважды подтверждаю. Так, итак, у нас есть травинка прямая, нарезанная на много кусочков. Смотрите, центр вращения сейчас у нас в серединке нашей травинки. А нам надо же сделать, чтобы центр вращения был снизу травинки. Как это сделать? Итак, надо войти в табуляцию. Кнопкой А выделить все. Давайте напомню, кнопочка А это выделяет все. Взять дальше инструмент перемещения и поднять вверх до центра оси координат. Вот так вот. То есть точка вращения у нас теперь будет здесь. Давайте проверим. Из табуляции выходим, берем вращение. Все нормально, точка вращения здесь. Теперь будем травинку загибать. Загибать. Входим в табуляцию. Кнопочкой А выделяем все. И командой Shift плюс W будем загибать нашу заготовку. Итак, я мышку ставлю сверху, команда Shift W, появляется такой пунктир, и вправо-влево у нас наклоняется наша травинка. Я наклоню травинку как-нибудь вот так вот и нажму левую кнопку мышки. Все, травинка наклонена. Так, из табуляции выходим и проверяем вращение, берем. Да, все нормально, у нас травинка вращается снизу. Теперь командой Shift плюс D, английская, плюс правая кнопка мышки PKM. Мы копируем эту травинку. Итак, взяли травинку, Shift D, вот скопировалась. И нажимая правую кнопку мышки, у нас травинка встает точно в такое же положение, как изначальный дубликат. Дальше берем вращение и просто поворачиваем травинку примерно вот так вот. Дальше снова копируем Shift D, скопировалась правую кнопку мышки и вращаем за ось Z снова. Примерно вот так вот. Итак, у нас есть три травинки. Берем одну травинку, дальше выделяем все остальные, правая кнопка мышки и выбираем объединить. Дальше нажимаем вот здесь третий шарик, либо нажимаем просто кнопочку Z и выбираем предпосмотр материала, либо предпосмотр материала, либо нажимаем на третий шарик. Здесь у нас нажимаем на второй шарик снизу. Итак, нажимаем на нашу травинку. Здесь у нас второй шарик снизу, кнопочка «Создать материал». Создаем материал. Дальше выбираем цвет не белый, а цвет травы. Если надо потемнее цвет травы, тогда мы справа ползунок яркости убавляем.
Так, травинка готова. Не забудьте записываться. Ctrl-S. До следующего урока.